My Day Stories. Всем привет! Когда мы начинали My Day Stories, то пообещали себе, что наши истории будут особенными. Вверх очки, вот это вот, как... Раз, три, раз, зевал, как аж. Сколько вы стоили тогда? Можно говорить цифры? Мы были одни из самых нищих звезд шоу-бизнеса. Ой, врачи Ташкента, они лопатами гребут. Мерседесы, скажем, С-класса или же Rolls-Royce. Могли бы быть очень богатыми. Если бы я не был бы Закиров, я бы стал бы очень страшным бандитом. И ты по чуть-чуть растешь, ты оглядываешься вниз, говоришь, блин, так тяжело я так всего добился. Перепевают ваши песни. Не дай бог, чтобы у меня была песня похожа на кого-то. Пусть поют, уже поют, и пусть оно все. Как артисты могут находиться в одном и том же состоянии годами? Возможно, у меня много всяких непростых ситуаций в данный момент, но я счастлив. Я поняла, что мне дали второй шанс. Для меня важнее быть мамой на сегодняшний день, чем звездой. Ой, сейчас буду плакать. Вы мне так все надоели. Ты на камеры говоришь, что ты любишь свою страну. Моя какая-то собственная независимость, она бесит. Да. Отпетых негодяев. Хотела расстрелять. Встала на четвереньки, начала хрюкать. Ну, по мне, так это не очень джентльменская история. В чем смысл жизни? Не искать смысла жизни, а жить так, как есть. Созидать, конечно же. Завтра должно быть лучше, чем сегодня. Радовать своих родных и близких. Спокойствие моей семьи. Быть в первую очередь человеком. Сделать мир добрее. Ребят, улыбайтесь, особенно когда тяжело. Смысл жизни нашей – это в любви. Любить. В любви, наверное. В любви. Будьте частью истории.